Доброго дня всем, друзья! Я много не включался, конечно, но хотелось бы сказать так. Находимся мы в Австрии, здесь недалеко, прямо где-то будет немецкая граница, вот. Но мы пока здесь в Австрии, и какой-то вот городочек, селишко или как-то вот жилой массив. Я так попал на загрузку, еду. Я там с таким поворотом резким, крутым был у меня поворот, и я вот не получилось меня туда врулить, и я поехал вперед и возвращаюсь назад. Сегодня, друзья, у нас 20 апреля 2021 года выпуск. Через 100 метров держитесь правее, затем на следующем повороте поверните налево. Вот здесь я вот не врулил я. 30 метров, а как же туда вот... На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните сейчас направо. Он показывает. Здесь? Да, показывает мне. Сейчас будем пытаться как-то заруливать. Ай. Чё так навигация пошла? Я не знаю. Пойдет, не пойдет. Ладно, будем пробовать. Что-то кто-то кричит. Никс, не? Да. Проблем? Вот там вот. Ладно, пока, друзья, включаюсь. Ну, вроде бы. Как проходим. Такие заезды, но опять же, судя по навигации, ну вот, а на обратный путь я не знаю, как туда сюда ехать. Чё она так повела? Возможно, вот сюда нужно будет повернуть и въехать. Ну ладно, пока едем на загрузочку. Я понимаю, что уже 5:30 вечера, друзья. Никто меня грузить не будет, но... Это проехал. Ладно, там будем спрашивать на загрузке, как, какой стороной лучше заехать или проехать. Вот. Вот по правой стороне, если видно автобан. Да, я сказал, сегодня 20 апреля, сегодня вторник, за бортом плюс 12, ну, где-то фирма, вот, получается, где-то там внизу, но теперь дай бог, чтобы съехать отсюда как-то, потому что, ну, я не знаю. Куда мне ехать? Мне вроде как левее пишет. Очуметь.
там не поеду, вот надо сюда, наверное, как-то спускаться. А вот здесь у нас знак «Уступите дорогу», но узенько как-то смотрится. Ой-ой-ой-ой, вот такой вот трэш. Перепроложить. Красота ты, молодь моя. Теперь ты перепролаживаешь в самый ответственный момент. Реально, наверное, я как-то выгляжу в ихних, когда я проезжаю мимо вот селения, этих домишек и жильцов, вот эти взгляды на грузовике, здесь, наверное, какой-то знак там, возможно, стоит 3,5 тонны, чтоб такой, как я, здесь не катался. Ну, как-то так, друзья. Я говорил, автобан нет, нет, это не автобан, это та дорога, на которую мне нужно попасть. Не пойму, что так меня повело. На следующем честно, повороте даже, поверните налево. Не могу, вот на же прямая, как бы, ну, не касаясь вот жилых домов. Можно было здесь ехать, но я не знаю, что так повело меня. Так что... Ну и промзона вот она вот, с правой стороны, где кран. Я еще не обедал, ничего не кушал, так что, ну, как я повторюсь, я же получил новый прицеп, то есть новая машина к новому прицепу, полный комплект или полный фарш, так, вот здесь направо, вот, новая, вот это вот она, моя фирма, которая должна быть на загрузку, ну, поедем, спросим, узнаем. И решат ли здесь стоять? Через 160 метров, затем выполните разворот там, где это разрешено. Ну а куда заезжать, я сейчас не знаю. Ладно, пока отключаюсь. Наверное, вот ТОР-1 прямо вот, скорее всего. Сейчас пойдем где-то в бюро, спросим. И тут так. Ладно. Ну что, друзья, да, закрыто, так что едем мы назад. И вот в этой дороге, которая прямо меня не пускала, я не знаю, почему меня не вела, а вот по правой стороне там вдоль жилых домиков. Ну, теперь я на даже знаю, я просто вот поверните направо. Завтра и буду ехать допустимую скорость. На следующем сюда, повороте нормально. Поверните направо. Я так думаю, что здесь, видите, перепроложить. Здесь какие-то ремонтные работы были, может быть, в то время, когда это все, когда машина проезжала, либо как-то она поехала. Ну, вот такие моменты бывают. Видите, все буквально банально и просто. Вот и, ну, если ты знаешь, если ты катаешься, но когда первый раз, вот я ехал, ну, вы сами видели вот эти... Пару минут назад какой дорогой проезжал вот там вот. И понятное дело, возмущался вот тот мужчина, который жилец там проживает, что, ну, боялся, что зацеплю его дом там и повредится. Понятно, что это будет стоить денег, кто-то будет, но опять же, это приезжает ремонтная бригада, это пока отремонтируют все, ну, ну, неприятно. Вот такое вот.
Я его беспокойность, конечно, понимаю. Но мы же съезжали вот с автобана вот в этом месте. Почему меня туда вернуло прямо, ну я не знаю. Кстати, спросил я у одного там мужчины, который вот на этой фирме, говорю, ну паркинг здесь. А он сказал, вот возле супермаркет вот этот. Говорит, здесь без проблем. Но я что-то... Используйте второй съезд. Что-то не хочу я здесь стоять. Поехал я, короче, на автобан. И там будем мы. Используйте второй поворот направо. Переложить. И там будем мы стоять. Я думаю, в это время еще и остану. Проедьте 5,2 километра. Вот такие моменты. Километра вот будет паркинг. Ну, как-то так. Сейчас покушаю. Ну, надо, во-первых, встать нормально, во-вторых, покушаем, потом пойдем наклейки понаклеим, которые на прицепе на кабину. Там надо, пока она свеженькая, пока чистая, все это вот. Сейчас мы это все сделаем. Виднеется вон заснеженные вершины, снежком усыпаны. Готовьтесь съехать с автомагистрали через 3 километра. Ну что, сворачиваем, растепим. Я здесь еще ни разу не стоял. Вот с той стороны я стоял, паузу крутил. Ну какую? Это такую, покушать, в обед там постоять. А здесь я еще даже я ни разу не заезжал вот в эту парковку. Переположить. Готовьтесь через 200 метров плавно повернуть налево. Ну, давайте проедем сюда вот так вот. Возможно, здесь что-то есть. Какие-то места. Хотя вряд ли. Метров плавно поверните налево, затем держитесь левее. Там смотришь, уже позабивали. Плавно поверните налево, затем держитесь левее. Согласно купленных билетов. Так, автобан. Пара-барам-пам. И держитесь вот как-то левее. Так. Сейчас. Даже возможно. А я даже не знаю, как его притулиться. Все позабивали. Ай-яй-яй. Так это время еще 6 часов нету. Метров держаться левее. 6. Вот видите, как широко. Вот здесь этот бы вперед чуть-чуть протянул бы. Я бы там бы стал бы. А вот можно задом сдать. Но это возле рефа. Ну сейчас попытаемся, наверное, может быть. Будем задом сдавать как-то.
либо же вот здесь тоже вот так вот сзаду приткнуться, да, и все, и не мучать себя, ни себя, ни других, вот так вот. Через 100 метров держитесь левее. Может быть, так и сейчас и сделаем. Вот такое вот. Ладно, друзья, я пока отключаюсь, наверное.